Подошел мой хлеб. Сегодня я сама замешивала своими руками. Решила не покупать. Сейчас поставлю уже на выпечку его. Привет, мои хорошие. Иду землю таскать. Пока сейчас есть возможность. Тепло на улице, снега нет, грязи нету. Надо потаскать землю. Я вот тут немножко уже брала, таскала. Вот сколько кроты нарыли, это кошмар. Конечно, это ужасно. И там он еще куча. Так что у меня дела есть. Я потом эту землю весной буду использовать. У меня там в одном месте, почему таскаю, земля очень плохая. Там они хранили когда-то стар... Вот он, смотрите, вылазит, вылазит, вылазит. Кротик, я, наверное, разговором своим напугала его. Ну давай, кротик, давай. Земля же зашевелилась, я решила показать. Он, наверное, испугался. Вот. И там они уголь хранили. И этот уголь там всю землю как бы смешалась, и не очень удобно. Поэтому я таскаю туда свежую земельку. Вот засранец, наверное, это ушел. Хотела заснять этот момент благополучный, но не получилось. Так, ну вот эта вот морда, вот всегда ходит за мной. Что ходит, не знаю. Сейчас попробую одеть рукавичку. Ой, уйди. И вот тут вот, он здесь копал, прям земля ходуном ходила. Вот, вот, видите, какие норы туда, вон. Вот, выскребают. Кошмарные. Вот сейчас я ушел, конечно. Он туда глубоко ушел, бедненький. Сколько же они трудятся, это вообще. Сейчас буду накапывать землю. Я прямо это беру вот так вот ведро подставляю. И туда начинаю вот так руками. Не чем-нибудь, а прямо руками нагребаю. Вот. И так таскаю. Вот, считай, ведерко это будет полное почти что. Ой. Хлебушек мой испекся. Вот такой вот он получился. Сейчас еще горячий только вытащила. Готовлю себе обед. Сейчас вот эти бедрышки достала, разморозила. Все с луком, ну, короче, с овощами. Сейчас обжарю, еще макароны отварю, или ну перья, макаронные изделия какие у меня сейчас будут, такие отварю и пообедаю. Сейчас разрезала, сорвала свой огурчик, маленький такой вот вырос, небольшой, но вот это, ну он висит, висит, уже надоел. Он мне надоел уже. Я решила его сорвать. Знаете, запах такой все равно свежий. Хрустящий. Вот, вкусно. А сорт? Сорт какой? Муравей. F1, по-моему. Я первый раз его посадила, ну, дома. Ну, я его купила, в принципе, для улицы, а посадила дома его. Ну, для того, чтобы проверить, просто узнать, какая схожесть и как, какие они, как вырастут, нет. Знаете, ну, дома, конечно, они растут плохо, я так скажу, потому что свету не хватает, подсветки и все прочее. Но буду сажать на улице обязательно. Мне понравилось то, что они начинают, вот действительно, как муравьи, из одной пазухи вылазят прям вот по несколько штук. Потом, значит, как бы эти чуть-чуть подрастают, и снова там, как кучка, вот действительно, как муравьи, я все смеялась. Но единственное, что они, конечно, у меня в комнате засыхали слишком много, потому что их, и они, ну, условия им надо, а у меня нет таких условий, я просто для интереса
проверила. Ну, хорошие. Ну и меня, как всегда, радуют мои цветочки. Сейчас еще больше гиацинт распускается. Запах теперь пошел. Вчера я не чувствовала запаха. То есть вчера, позавчера. А сегодня такой запах пошел. Вообще отличный. Аромат стоит. Я даже не думала и не знала. Я теперь, когда увижу еще клубни гиацинта, я возьму еще другие цвета. Вот так вот. Пошел снег. Похолодало. Ночью дождик шел. Вот такая вот у нас погода. Не поймешь эту погоду. То так, то так.